Доброе утро. Мне пришло две посылки. Я Колю в садик отвела. Вчера извещения пришли. Но как-то лень было вчера идти получать, так что сегодня. Сейчас открою. Вот это вот я даже не помню, что. Здесь тюль белый, обычный белый, который я уже несколько раз вам показывала. И точно такая же тюль сейчас висит у нас в зале. Но все равно чуть-чуть приоткрою, покажу. Ну да, вот смотрите, белая тюль. Также еще, кстати, в комплекте идет, не помню, показывала я вам это хоть раз или нет. Вот таких вот штук много. Честно говоря, нам это не подходит. И такая вот веревочка одна. Но тоже она мне не нужна. Я в прошлый раз ее выбросила сразу. И сейчас тоже, в общем-то, весь вот этот второй дополнительный пакетик пойдет в мусорку, потому что не надо нам это. Ну и во второй посылке был градусник. Я, если честно, очень удивлена. Вот так вот он выглядит. Белая коробка и все, в общем-то, на этом. И вот он сам. Удивлена я, потому что вы посмотрите, какой он маленький. Мы до этого заказывали, когда ждали рождения Коли, тоже градусник и тоже на Алиэкспресс. Но он был другой. В общем-то, вид у него был другой, размер был другой. И поэтому я думала, что это, ну, в принципе, градусник будет такого же размера, как и тот. Потому что тот был, ну, больше, реально больше. Приходит вот такая вот финтифлюшка. Ну, не знаю, в принципе, может, оно и хорошо. Тут надо, видите, все это поснимать, батарейки, походу, вставить, чтобы проверить, как он работает. Ну, в любом случае, в каком-нибудь ролике я вам расскажу, как он вообще работает, правильно, неправильно и так далее, нравится или не нравится. Тот нам нравился очень, градусник, я на него даже ссылки неоднократно вам оставляла. Ну, вот захотелось посмотреть и попробовать что-то новенькое. Так что вот, сейчас уберу, а вечером... как будет время, с Мишей проверим его. Хочу еще поделиться с вами покупками, которые на днях совершила. Уже видите, пакетики такие красивые, рождественские. Была я, значит, в магазине Tiger. Это датская сеть, по-моему. И там, знаете, всякая ерунда продается. И блокнотики, в общем, всего по чуть-чуть. Перед Рождеством, вот в такую пору, там, конечно же, и игрушки. Ну, в общем, много всего. Хочу поделиться покупками, потому что есть здесь очень даже полезные. Во-первых, вот такой вот кабель мы купили. И фишка его в том, что он 3 метра. Он к телефону. У нас такое уже есть. Мы несколько лет назад тоже покупали в Тайгере. И знаете, сначала мы купили и смеялись очень долго с Мишей. Но, ну, насчет того, что здесь длина 3 метра. Но как, дорогие мои, это казалось удобно. Это вообще просто класс. И дома даже где-то, если далеко до розетки. И в машине, когда едешь. Ну, в общем, где угодно, это очень удобно. Поэтому обратите внимание, если не пробовали такие вот прям длинные, стоит, я думаю, стоит попробовать. Продается в Тайгере, да, как я уже и сказала. Дальше. Я туда зашла вообще-то за шариками. Не знаю, у меня сначала была такая идея все оформить в бело-синем цвете, да, на Колиное день рождения. А потом подумала, что, может быть, это будет скучновато, как-то банально. Может, хотя бы шарики разноцветные. В итоге взяла такую вот упаковку из 10 штук, и они все разноцветные здесь. Также взяла двоечку. Это на тортик. Обязательно будем зажигать. Вместе с Коленькой тушить эту свечу. Стоило это все очень бюджетно. Как шарики, так и вот эта двоечка. Можно, в принципе, на Алиэкспресс заказать. Но я немножко прошляпила этот момент. Поэтому вот и пошла в Тайгер. А еще, у кого мальчишки, смотрите, что я там классное нашла. Это супер натуральные такие, да, эко-игрушечки. Это такие вот машинки. Но они не совсем прям малыши такие, да, не совсем маленькие, но в то же время и небольшие. В общем-то, Коля сейчас, у него уже возраст такой, когда он стал очень сильно интересоваться именно машинками. И вот разнообразные машинки, это сейчас прям любимая игрушка у сыночка. И когда вот я увидела, что можно полностью деревянные купить, причем смотрите, какие детали, все крутится. Но я думаю, это и познавательно для ребенка будет. Ну и вообще, раз он любит машинки, то взяли. Взяли 3 штуки. Одну сразу ему дали в ручки, он играл с ней. И вот эти 2 пока отложила. Я не знаю, может быть, на день рождения как маленький бонус к подаркам будет. Может, просто в какие-то другие дни можно презентовать будет ему игрушки. Чтобы не все сразу, а так, по очереди.
А еще я забыла, что мы в этом магазине тоже взяли вот такую вот корзинку. Она так понравилась Коле, и он прям в магазине, мы там что-то выбирали, да, свечу, там еще что-то, он прям туда сразу все это складывал, носил. Потом пошли в продуктовый магазин, и он вообще с этой корзиночкой, ну, в общем, ему оказалось это очень интересно. Дома тоже иногда с ней сейчас играет, так что вот такую штуку нам тоже можно прикупить. Значит, смотрите, дальше еще хочу вам показать покупки косметики. Это покупки ноября. Не знаю, будет еще что-то, не будет, но сомневаюсь, поэтому давайте быстренько покажу. Во-первых, для Коли взяла пасту. Обычная такая, да, ну, детская, с ягодами. Ни разу не пробовали. Попробуем, посмотрим, что она из себя представляет. В турецком магазине я приобрела себе мыло. Ну, не себе, а домой сюда, в смысле всем. Мыло с лимончиком, да, турецкое такое мыло. Через упаковку немножко слышно. Такой, кажется, знаете, спелый хороший лимончик. Попробуем. Также у меня прям просто, вы знаете, какой-то... Ну, как сказать-то вам правильно, произошло невероятное просто открытие в этом месяце. Я купила крем от Сиен. Там был представлен с лавандой и с, как его, с миндалем. Но я лаванду не люблю, поэтому я вообще даже и не брала. Взяла миндаль и вообще просто обалдела. Как мне понравился этот аромат. Но дело в том, что это не какой-то оригинальный аромат. Вы знаете, этот аромат полностью повторяет аромат миндальной серии от L'Occitane. Меня так это вообще порадовало, потому что буквально недавно я думала то ли крем купить. Мне вообще вся серия, не сказать, что понравилась, но крем для рук миндальный понравился. Аромат очень такой насыщенный, приятный. Ну и крем неплохой у L'Occitane, я имею в виду. И вы знаете, так недавно мне захотелось вот опять же тот кремушек, потому что 2 года назад у меня был календарь, адвент-календарь. Я открывала этот календарь в декабре в предвкушении того, что скоро Коленька родится, ожидание какое-то, зима, вот это вот все. И сейчас то же самое, да, зима, ожидаем уже малышку, и вот, ну, как-то вот так настроение навеяло, плюс пора года так совпало. Ну, короче, я не знаю, в общем, очень сильно мне захотелось этого аромата, и я уже даже начала по сайтам смотреть, где можно подешевле купить крем миндальный от L'Occitane. И тут я вообще, когда покупала вот этот, я даже ни разу не подумала, что будет запах такой же. Я понимала, что будет миндаль, и везде миндаль разный. Но каково было мое удивление, что это точь-в-точь аромат, как у L'Occitane. Вы знаете, даже текстура крема мне показалась очень похожа. Короче говоря, вот уже сколько я использовала. Просто наслаждаюсь, балдею и, в общем, буду продолжать пользоваться. Я купила одну штуку, потом поняла, что я в восторге, я довольна, я счастлива. И еще 2 штучки съездила потом в следующий раз, когда были в Лиделе, я докупила еще несколько. Так что теперь у меня в каждой по 30 миллилитров. Так что теперь у меня прям 90 миллилитров счастья. Может быть, еще как буду в следующий раз в Лиделе, еще парочку возьму. Пускай лежат, правильно? Дальше в аптеке я была. Сейчас покажу, кстати, что я покупала в аптеке. И там дали мне вот такой вот презентик. Это крем против пигментации от марки Eucerin. Я люблю эту очень марку, но, вы знаете, я очень давно уже не верю в такие вот всякие средства, которые убирают пигментацию. Знаете, если она у вас какая-то маленькая, чуть-чуть от солнышка где-то, да, может быть, поможет. Но когда она такая яркая, активная, как у меня, и которая даже не пропадает зимой, поверьте мне, ничего не помогает. Я уже столько всего перепробовала, кучу дешевых и дорогих средств. Но раздали в подарок, конечно, я попробую. Я, кстати говоря, покупала очередную термальную водичку, та, которая у меня сейчас есть в использовании, ее уже не так много осталось, поэтому взяла еще одну. И также исполнила свою хотелку, очень давно хотела. Это гель очищающий для лица с таким дозатором удобным. Это
Марка Ако. Это шведская аптечная марка. Гель я уже несколько раз попробовала. Он без аромата. Хорошо очищает кожу. Практически не пенится. Мне он очень понравился. Поняла вам вот в последнее время, что вот именно умывалки в виде геля очень люблю. Поэтому, конечно, она придется мне уж точно ко двору. Стоимость ее не помню. То ли 13, то ли 15 евро. Что-то около этого. Несколько месяцев крутилась возле нее. Думала, потратить денежку или нет. Но в итоге подумала, что раз я думаю про эту умывалочку, то лучше купить. Идем дальше. Так, у меня еще, кстати, был заказик и фраше. Давайте я чуть-чуть отодвину все. Вообще, сначала хочу вам показать, ну, конечно же, лимитку. То, что я сразу не заказала. А не заказала я, потому что на сайте творилась, честно говоря, какая-то чертовщина. Только появится, нажимаю «заказать», пропадает. Короче, это был какой-то кошмар. И удалось мне заказать только в начале лимитку с яблоком. И очень долго я потом ждала вот эту. Но когда она появилась, и доставка платная, и вообще подарки никакие. Они и так всегда в Финляндии подарки никакие. Потому что посмотришь у девчонок, что в России дарят. Просто балдеваешь. Подарки лучше заказов постоянно. А тут, ну вот, как бы, да, чтобы вы понимали, подарок. Ну ладно, взяла я из этой линейки большой гель 400 мл и мыло для рук. Мылом я уже пользуюсь. Многие говорят, что какими-то ягодками пахнет и миндалем. Я вот так вот этого не слышу. Для меня это просто компотик из ягодок. И все. Это неплохо. Это не значит, что плохо. Это очень даже прикольно. Для разнообразия вообще классно. Поэтому вот есть у меня эта лимитка, буду пользоваться. Может быть, гель подарю кому-нибудь. То есть оформление очень красиво. Мне все нравится, в принципе. И вот этот сладкий компотик мне тоже нравится. И еще у меня органа и роза масло для душа. Такое вот красивое. Я уже вам его показывала во влоге. Там я покупала для подружки. Тут, не знаю, посмотрю, тоже либо подарю, либо для себя. Просто вот, например, если взять лимитку от Фраше и вот эту вот, да, баночку, они очень красивые, презентабельные, действительно не... как-то сказать-то... В общем, не упадешь лицом в грязь, да, когда будешь такие флакончики дарить. Дальше. За 1 евро в Токмане я видела жидкое мыло с киви и захотелось. Открыла дома, понюхала аромат, такой нежный и пахнет действительно киви. Наверное, даже завтра начну его использовать. Может быть, кстати, сейчас не совсем время для него, потому что сейчас вот что-то такое зимнее большинство хочет использовать. Но дело в том, что я где-то с сентября использую вот эти вот яркие какие-то зимние ароматы. И плюс у меня токсикоз, поэтому как-то не очень мне всегда хочется чем-то таким насыщенным пользоваться. Поэтому вот киви, наверное, все-таки мне сейчас придется ко двору. Еще маску повторила. Это с оливой и Гарнье. Очень плотно. Я первый свой бутылек уже один раз попробовала. Мне понравилось. И когда была в магазине, почему-то решила еще одну схватить. Дальше. Шампунь от Dove. У меня есть кондиционер из другой линейки. Я взяла вот шампунь. Он мне попался, помню, по скидке за 2 евро. И также антиперспирант. Мой скоро закончится, и вот этот вот будет ему на смену. Очень люблю Dove, вы это знаете. Также я была в Призме и по небольшой цене подсела две таких маски. Это с гиалуроновой кислотой. Цена, ну, где-то евро 20, евро 30, что-то около этого. То есть, ну, для Финляндии это очень-очень бюджетно. Поэтому буду пробовать. Если понравится, буду часто их покупать. А вторая коллагеновая. Вот, буду пробовать. Всего две масочки купила. Потом у меня был заход в Косити Маркет. Там я купила тоник. Из этой линейки я еще хочу масло попробовать для лица. Мне подружка посоветовала. Тоник идет с тимьяном. Вы знаете, для комбинированной и сухой кожи. И вы знаете, он реально пахнет тимьяном. И
Это так необычно в косметике, мне кажется. Так что буду пробовать. Еще я купила пенку для умывания It's Skin, корейская пенка, тоже на смену моей. Они, конечно, вообще экономичные, эти пенки корейские, очищают хорошо. Надеюсь, что это будет такая же и с приятным ароматом. Взяла с грейпфрутом. Кстати, почитала отзывы, говорят, что да, действительно, аромат приятный. Так, ну и последнее, что я взяла в ноябре месяце. Вообще щетки, пасты, такое я вам редко показываю, но тут не могу показать. Смотрите, это бамбуковые такие щетки, это медиум и средняя, да, жесткость. Давайте одна у меня тут открыта, покажу, как они выглядят. Вот, смотрите. Вообще, я уже давно перешла на эко-щетки, но именно бамбуковые я не брала. Я брала с какого-то там другого материала, который хорошо тоже разлагается и тоже, ну, что-то типа био считается. Как-то я была их попробовала в Косите, мне понравились они, и я их покупала. Тут увидела вот эти вот колгейты и решила взять. Вот такие вот они. И вообще, конечно, я где могу, я стараюсь поберечь природу. Где-то вот, например... Кстати говоря, щетки давно покупаю, такие эко, ушные палочки, ну вот такое что-то, то, что много часто расходуется, и то, что я могу себе позволить, да, купить, вот, и там, где я могу позволить природу, скажем так, сохранить, я это делаю. Посмотрим, понравится ли мне вообще средняя жесткость, вообще вот эти щетки, как, что будут в использовании. Кому интересно, пишите, я тогда отвечу. Ну, потому что ни в пустых баночках, нигде я особо вот это никогда не показываю. Все, сейчас это разберу, разложу. Не успела я, значит, разобрать вот это то, что только что вам показала. Мыло, кстати, перелила. И слышу, в дверь посылка пришла. Ну, одно письмо было, там нужно чек с оплаты детского садика. А вот это вот чехол я заказывала. Мне, в общем-то, захотелось в новогодние такие праздники что-то более интересное. Интересненькое на мой телефон, тем более у меня один единственный, которому уже я не знаю сколько времени, он уже такой потрепанный. И вот выбрала вот этот, там можно было много разных картинок заказать, но мне почему-то понравилось это. Единственное, что я думала, картинка будет как-то немножко четче, что ли, вот что-то не то. На сайте, мне кажется, это все выглядело ярче, красивее, что ли. Хотя тоже мне нравится, смотрите, вот пришел в таком желтом конвертике. И тут такая штука, убираешь ее, оп, видите, рисунок, то есть на этой вот мягкой штучке. Буду сейчас мерить, посмотрю, как это будет на телефоне, может быть, даже сразу и оставлю, почему бы нет, пускай уже хорошее такое настроение будет немного заранее, да, чем, в общем-то, перед самыми, скажем так, праздниками начать использовать этот чехол. Ссылочки на все, что я сегодня вам показала, то, что я получила с AliExpress, я оставлю под... видео в описании. Но если вдруг забуду, такое бывает очень часто, вы, девчонки, кому интересно, напомните мне, я тогда уж точно вспомню комментарии, когда ваши увижу. Ну и вот это сейчас буду уже разбирать. Я тут открыла просто полку, где у меня хранятся кремы, и выбираю, какой следующий использовать на постоянной основе. У меня их, смотрите, сколько здесь. Но по запаху мне не все подходит, поэтому вот я, например, вот этот очень люблю крем, но сейчас по запаху не подходит, я его убрала. Вот этот насыщенный, классный, люблю, но тоже ярковатый пока аромат из-за токсикоза. Выставила вот эти два, вот этот попробовала, тоже нет. Наверное, вот этот останется в использовании. Ну и сиен, который тоже показала, который очень люблю. Две таких малышки буду использовать. Так, у нас с вами сегодня, но одна из таких главных тем – это израильская косметика. Вы знаете, я вам уже, конечно, жужжу в уши не первый раз про эту косметику, но девчонки-подружки мне из Израиля присылают, Дарья, чему я очень рада. Спасибо, мои дорогие, потому что благодаря вам я пробую всю вот эту прелесть. Я с полной уверенностью могу сказать, моя прелесть. Это очень вкусно. По поводу ароматов это очень вкусно. По поводу вообще текстур. Все такое классное, интересное, необычное для меня. Ну, давайте начнем. Быстренько я вам покажу гель такой вот от Сабон. Конечно, Сабон моя маленькая, большая любовь. Так, почему-то не хочет фокусироваться. Так, так, так. Чего ты не фокусируешься? Ну... Вот, наконец-то. Спасибо большое, камера моя.
Это гель для душа, деликатный жасмин называется. Это очень вкусный гель, он у меня уже был. Мне Жаночка его присылала, дарила, в более маленькой версии. Это, я так понимаю, полная версия. Мне нравится этот гель тем, что у него очень хорошая гелевая текстура. Нужно буквально капельку на мочалку, он очень экономичный. Но самое большее мне нравится это аромат. Это аромат, вот как я Жане описывала, это аромат чистоты. Это просто невероятный аромат. Он очень вкусный, он потрясающий. Это достойный, интересный аромат для того, чтобы вообще познакомиться, попробовать. Если любите не сильно насыщенные ароматы, то вот этот как раз для вас. Я в восторге, как вы видите, у меня уже даже в этом геле половинка. Даже с моим тяжелым и сложным токсикозом, который организм мой отвергает абсолютно все, практически, да? Нет, даже не практически, абсолютно все ароматы. Но вот этот, он принимает, я спокойно могу помыться с этим гелем, и все прекрасно. Дальше, то, что у меня уже практически закончилось, это баттер крем для тела. Линейка это Citrus Blossom. Интересная линейка, у меня первый раз что-то из этой линейки есть, но здесь как раз-таки насыщенный, очень насыщенный аромат, он точно подойдет не всем. Но мне он нравится. Это действительно что-то цитрусовое, очень яркое, очень сладкое, очень долго остается на руках этот аромат, и хорошо слышу его. Но я его люблю, мне он нравится. Текстура хорошая, она быстро впитывается, вроде бы плотненькая такая достаточно, да, вот я думаю, вам видно. Реально плотная, белого цвета, но быстро впитывается, нужна капелька. В общем, классное, классное средство, я его очень люблю. Дальше, то, что меня очень сильно удивило, удивило опять же ароматом, потому что в основном израильские ароматы, они такие насыщенные, яркие, теплые, окутывающие, очень запоминающие. Здесь же аромат, это вообще у меня Silky Body Milk. И здесь аромат свежий. Вы представляете, вот, наверное, первый раз за все время, что я пользуюсь израильской косметикой, здесь аромат свежий. Он очень приятный, он очень необычный. Я думала, что это вообще как будет как молочко, потому что все-таки Silky Body Milk. Но по текстуре это крем. Вот смотрите, как он держит свою форму. Я думаю, вы видите. Я ничуть не расстроилась, что это крем. Такой вот он текстура. Ну, то есть он легкий, да, он легкий, но он крем. Хорошо быстро впитывается, пленки никакой нет. Я просто обожаю это средство. Даже хотя бы из-за аромата. Аромат чудесный, аромат невероятный, нестандартный, необычный. Вы только посмотрите вообще на эту упаковку. Вот что-что. Упаковки, ароматы, текстуры. Ну, короче говоря, абсолютно все. Израиль умеет делать честно. Это кайф. Это просто кайф в душе. Это релакс. Это не на каждый день. Я это очень экономлю, потому что я хочу подольше чувствовать этот аромат, подольше наблюдать этот бутылек. Ну вот просто такое даже самое элементарное. Дальше то, что осталось у меня уже совсем немножко. Ну, это и не удивительно. Это боди-лосьон, тоже сабон, и это линейка пачули, лаванда и ваниль. Я думаю, вы знаете, если давно меня смотрите, вы знаете, что этот аромат я давно заприметила у сабон. Он невероятный. Он как раз-таки теплый, сладкий, окутывающий, яркий и насыщенный. Но вы посмотрите, это уже не первый бутылек. Мне кое-что уже Жанна присылала из этой линейки. И очень давно мне этот аромат очень понравился. И мне так приятно, что Жанна запомнила, что мне понравился, что она потратила свое время, сходила, купила, прислала. Я так этому благодарна, потому что у меня есть еще шанс еще раз попользоваться этим запахом, этим ароматом. Это тоже боди-лосьон, но я его, кстати, здесь сколько миллилитров-то? 50. И я его использую как крем для рук. Потому что для тела я понимаю, что он быстро закончится. И мне, опять же, очень-очень жалко. А для рук вот немножко могу растянуть удовольствие. Очень понравился, нравится. Аромат шикарный. Просто вот композиция аромата великолепнейшая. Дальше, что я вам покажу. Это последнее на сегодня. Из того, что вот на данный момент я использую. У меня кое-что в загашнике есть, конечно, еще от израильских марок, но вот то, что я сейчас вам показала, это сейчас у меня в использовании. Крем для ног 50 мл, ментол и камфор.
Да, камфор. Был такой у меня крем, мне он тоже очень понравился, и это уже повторочка, за что тебе, дорогая Жанночка, спасибо большое. Мне он понравился тем, что у него муссовая текстура, он белого цвета, он хорошо распределяется, при этом я вижу, что он питает мою кожу. По ощущениям, когда распределяешь, он реально чувствуется, что он такой слегка даже как масляной. И это тоже удивительно, потому что сначала вроде текстура легкая, муссовая, начинаешь распределять по коже, текстура становится как маслянистая и питательная. Классно, очень классно он ухаживает за ногами, за кожей ног. Я полюбила этот крем всей душой. И мне, конечно, тоже было его жалко использовать на ноги, но я подумала, что все-таки он предназначен для ног, буду использовать для ног, ничуть не пожалела. Наверх одеваю носочки и кайфую. На утро я просыпаюсь, у меня ножки мягкие, классные. Ну, вообще, и это, конечно, все благодаря этому крему. То есть он тоже очень чудесный по свойству, такой волшебный и необычный. Так что вот столько у меня вкусноты и красоты из Израиля, пользуюсь, получаю огромное удовольствие, начиная от упаковок и заканчивая свойствами, и вообще и текстурами, и запахами. Ну, это кайф. Честно, это большой-большой кайф. Была бы возможность постоянно покупать, заказывать, я бы это делала, потому что эта косметика реально заслуживает вашего внимания. Если у вас есть доступ к марке Сабон, попробуйте. Реально попробуйте. Кстати, я видела в этом году, наверное, это и каждый год есть, но в этом году я видела у одной женщины на канале, которая живет в Израиле, обзор на адвент-календарь Сабон. И мне показалось, что наполнение там очень достойное, интересное. Я не знаю, правда, сколько это стоит, не помню, говорила она, не говорила, но мне показалось это очень интересно. Если живете, девочки, в Израиле, обратите внимание на вот эти адвент-календари. Возможно, вы что-то там для себя интересное попробуете и сможете найти что-то интересное. Так, дорогие мои, сейчас еще быстренько, пока есть время, немножко покажу. Радость. Хочу поделиться с вами большой радостью, потому что в прошлом влоге, по-моему, мне кажется, я пропела вам все уши, прожужжала то, что я не могу купить коробки, я не могу купить корзинки. Это действительно какой-то кошмар. Для меня это огромнейшее удивление. В общем-то, то, что примерно нужно и по размерам, и по цвету, нету. Иногда понравились коробки и подходили по размеру, но цвет был не такой вот белоснежный, он был какой-то грязный или желтый. Мне такое тоже не нужно было. Делюсь радостью, купила их в призме. Если кому-то нужно, можете заглянуть. Есть разные размеры. Мне конкретно подошло вот этих два. Побольше, чуть поменьше. Это шведская фирма. Те, кто живет в Швеции, я думаю, можете тоже найти. Мне очень понравились. Я в диком восторге. Я просто вам не могу передать словами. Смотрите, какая красота. Ну, это же невероятно. Если кому-то нужна такая информация, смотрите. Коробочка побольше, ее можно разделить двумя коробочками поменьше. И получается вот такой органайзер. Тоже, почему бы нет? Мне кажется, очень-очень даже здорово. Может быть, в следующем влоге вымою это все, примерю, посмотрю, потому что, видите, они с магазина грязноватые. Наклейки нужно будет убрать. И также я вам покажу органайзеры, вот эти для игрушек, которые покупала в Икее и тоже в прошлом блоге вам показывала. Ну и знаете, какое мое мнение? Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Мне нравится, что они непрозрачные, они хорошо держат свою форму. То есть это не какая-то такая тряпочка, нет. Они реально классно держат форму. И когда на них смотришь, нет вот этого визуального шума, как это было в прозрачных контейнерах, которые я постоянно покупала. Там все видно, вот эти разноцветные игрушки. И мне это как-то напрягало. Я все-таки, знаете, визуально шум этот не люблю, я визуально люблю порядок. Вот. Понятное дело, что бывает по-разному, но все же с большего, да, я люблю такое. И когда я переложила игрушки сюда, и я просто обалдела, как же мне это нравится. Вот, посмотрите, как это смотрится, да, примерно вот в домашней такой атмосфере, в зале. Вообще здорово. Вообще, я не знаю, я в диком восторге. Если со временем игрушки прибавятся, а они, скорее всего, прибавятся, то я еще такие контейнеры докуплю. И пускай даже здесь 4 стоят под столом, все равно это очень-очень красиво. Так что радость, конечно, у меня большая. Я делюсь с вами такими организационными моментами, которые наконец-то приносят мне удовольствие. Наконец-то что-то нашла, как, например, корзиночки.
И наконец-то вот получила для игрушек то, что нужно. Коля, и ломать не будет, да, эти коробки. И они действительно, ну не коробки, корзинки, да, наверное. И форму держат, и стирать их можно. Короче, один восторг. У кого детки есть, тоже советую обратить вам внимание вот на такие вот корзинки. Так, ну и давайте поближе покажу все-таки коробку и вот эту этикетку, потому что я только сейчас поняла, что мельком что-то показала, перевернула и все на этом. Размеры тоже, какие я купила и как фирма называется. Может быть, кому-то это действительно важно. Те, кто живет в Финляндии, вы знаете, что найти можно их в Призме, а те, кто живет в Швеции, не знаю где, но в принципе, я думаю, по вот этим названиям вы найдете. Все, дорогие мои, влог я буду заканчивать, потому что мне кажется, он получится очень-очень длинный. Но, в принципе, как вы поняли, Юля по-другому не умеет. Все, заканчиваю. Вот честно-честно, заканчиваю влог. Я надеюсь, что вы были рады встрече со мной. Сама сейчас буду этот влог монтировать, чтобы вы уже завтра, либо послезавтра его увидели. Пока у меня сейчас немножко есть время, я уже даже программу открыла для монтажа. Так что, дорогие мои, буду сейчас для вас монтировать влог. От вас жду обратной реакции, от вас жду лайков и комментариев. До новых встреч. Пока-пока.